Пойдем, ребята, мы с вами прогуляемся в наш последний вечер по Луксору. Купим мороженое, которое Владимиру очень понравилось. Да, тем более за доллар. Ну, оно здесь и вкусное, и по приятной цене, и люди здесь как раз-таки в нашей улочке все общительные. Да, мы уже как бы тут разнакомились немножко, уже друзей себе завели. Да. Да, так что пойдемте с нами, прогуляемся. Так, ребята, мы у нашего друга покупаем две бутылки водички, мороженое, две водички, печенье. И сейчас он скажет нам, сколько это стоит. Сколько? 60. Чао, thank you very much. Bye-bye. А давай пройдемся по этой улице. А куда ты хочешь пройти? Ну, 4 пройти? Доллара. Это получается где-то наши 10 рублей. Так? Ну, на ваши это, это на белорусские. Вот, кстати, тоже он апартаменты. Тоже здесь гостиницы, апартаменты. Даже тут кругом. Вон твой крокодил. А, вот крокодил. Ресторан. До которого мы так и не дошли. Здесь тут дома, посмотри, красивые, да? Так это гостиница, это вот апартамент, это гостиница, это крокодил, то же самое. Это тоже, наверное, какая-то гостиница. Да, мне кажется, что это гостиница. Так, это аптека. Вот можно здесь спросить. А черный пин. Сколько он здесь будет стоить? Черный пин. English? Может, на арабском? Так, нет, в аптеке нет, на Атаре. Thank you very much. Thank you. Bye. Черного тмина в этой аптеке не оказалось. Как-то на карте не было столько гостиниц, а здесь вот получается такая вся вот... Это улица. Да, улочка. Да переулок, это не улочка, а такой вот небольшой переулок. Вот тут 6 домов, и 6 домов все... Все гостиницы, ресторан, вот тоже ресторан, вегетарианский ресторан, я так понимаю. Зайдем? Не зайдешь, посмотришь? Hello. Hello. Не зайдем, посмотрим. We have an art gallery, so you can go and film with your camera. Very beautiful. Там галерея какая-то. Yes, it's a free entrance. Free, no. Пойдем посмотрим. Галерея, кафе, так, вот это кафе, тоже в таком интересном стиле, рисунки на стенах, это вот кухня. Hello? Hello. Thank you. Как видите, мы просто гуляем по улочке, и можно спокойно вот зайти в любой дворик, в любое кафе, в любую галерею. Гуси-гуси-га-га-га. Даже русский язык. Здравствуйте, знает. Как дела? Хорошо. Хорошо. Хургада. Хургада? Да. Я работаю в Хургада.
Би откуда? Мы гобус завтра Хургада. Завтра гобус Хургада, да. Ой, хорошая Хургада, да, очень приятно. This is gallery, this is restaurant, vegetarian restaurant. Отель? No. Галерея и ресторан. Да. Вам хорошо отдыхает. Да. Спасибо. Пожалуйста. Френд, бай-бай. Бай-бай. Увидимся. Зашли, видите, не все. В каждой стране есть и хорошие, и плохие люди, и завистливые, и независтливые, и жадные, и не жадные. Как видите, мы просто гуляли по улице, просто зашли. Нам привели, как говорится, экскурсию по галерее, показали галерею. Не спрашивали ни доллара, ни это приветливо. Я говорю, даже чая предложили, но мы как бы уже отказались. Что-то типа магазинчика с 10 до 8. Зайдем. Hello. You are welcome. Это птица? Что это за птица? Которая сидела? Которая, а, которая изображена на картине. На картошах. No, it is from him, not from me. Каркаде? No, I will bring you каркаде now, but this is from my neighbor. I have this German neighbor, my friend always, every day. He comes to bring me one banana. А, это friend, а мы у него живем. Мы у него, да, да. Гостиница. In the same hotel? Да, отель, Пирамидес. Пирамидес. А он босс, да, Пирамидес? Yes. Yes. Это босс, да? Yes. Yes. You are welcome. I have dates, and I'll bring you now hibiscus. Hibiscus. А каркаде? Cold каркаде. Yes. Вот нам сейчас делают чайку каркаде, а мы пока сделаем обзорчик. Так, смотрите, какие раритетные вещи. Катя, посмотри, раритетные вещи. Печатная машинка. На арабском. О, тебе чай принесли. О. Попробуй чай. Смотрите. Ну, чай. Каркаде. Чай. Каркаде, да? Каркаде. Каркаде. We don't call it чай in Egypt. Египетский чай? No, no. In Egypt we say chai only for black tea. You understand? No. No, Russian. Only Russian. No? No, Russian. This is каркаде, yes. На здоровье. На здоровье. Mm. My wife. Mm-hmm. My wife. Mm-hmm. Home. Дома. She makes this. А, чай делает, да? Yes, from my wife. Oh, kisly. Kisly. Кислый. Tasty, good. Good. Oh. Yes, it's quality. А цукор? No sugar. Да, no sugar. Так надо пить. Да. Это вот это пахнет? Yes. No, yes. No. Ох, не знаю. Я такое не люблю. А что? Катя стесняется, Катя. Я не люблю, когда это дает. А что? Я не люблю, когда это пахнет. Помнишь, ты дома это все у нас? Не, ну вкусно, вот, вкусно. Роза. Флауэр. Ну, одинаковые. Нет, они по-разному. Now you... You tell me шокран. Скажи, шокран. 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 А наме? Наме. Халет. Халет. Телефончик Халеда и адрес, где он находится. Вот, так что... Заезжайте, заходите. Он на противоположном берегу. А тот, кто любит раритет какой-нибудь, то здесь очень-очень-очень большое количество вы найдете в этом магазине для себя и по приятным ценам. Так что обязательно приходите к хозяину магазина и покупайте. Халидо, и он вас угостит чаем каркаде. I have in here каркаде, black tea, green tea. Peppermint, anise, ginger, cinnamon, chamomile, Nescafe, Tilia,
Вот. Да. Целый набор на любой вкус. Да. Just come as guests and friends, okay? And no pushing to buy anything in here. Here you are a guest and a friend, not a customer. So to buy or not is up to you. We appreciate your visit. То мне это больше всего нравится. Это вот раритет. Ребята, посмотрите, кого я нашла. Никого не узнаете? Ну что, я тогда поехала, а ты оставайся. У тебя очень хорошо получается. Договорились? Я у тебя дома. Ты идиот. Какой у Владимира будет какой контент. Да. И побывал. Кем ты побывал? Я так и не поняла немножко. Турецким арабом. Сундук сокровищ. Да. Это сундук. Переводок. Сундук сокровищ. У Калиба. Так что обращайтесь. Да. Ну, а мы потихонечку будем двигаться. Из такой вот красоты. Да. Калиб. Thank you very much, my friend. Bye-bye. Шокран. Шокран. Тоже сундук есть в Фейсбуке. Здесь вы не покупатели, а друзья. Магазинчик вот так вот выглядит. Есть еще указатель. Вывеска. Шокран. Bye-bye. Have a nice time. Завершающий наш день. И, слава богу, он у меня завершился положительными эмоциями, потому что приятный. Приятный человек этот. Блин, забыл его имя. Халиб. Халиб. Да, и завтра, сегодня будем уже отдыхать, а завтра будем выдвигаться себе домой. Домой, в Хургаду. Да, потому что на завтра мы встаем с самого утра. С каких это пор Хургада стал твоим домом, да? Пока наш дом, да. А может и на нас? А вот смотрите, как на нашу Мусю похоже. Муся. Вот мы подошли к нашему отелю. И будем с вами, как говорится, прощаться. Пока-пока. Не забывайте про лайки, про подписку. Ну и до новых встреч. Пока-пока.